руководствуясь статьями 304 и 309 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд и говорил Павдонина Михаила Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, обязав Павдонина являться специализированный госорган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для регистрации с периодичностью указанным этим органом, менять место жительства без уведомления данного органа. Меру пресечения Авдонину, заключение под стражей, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Авдонина освободиться под стражей немедленно в зале суда. В случае отмены условного осуждения за честь срок наказания Авдонина по настоящему приговору в зале содержания под стражей с 7 апреля 2022 года по 17 июня 2022 года включительно. Вещественные доказательства по делу есть в связи с записью с камерой наблюдения на разжоге отходных материалов дела. Паспортный газовый пистолет не будет для отдела, тот, кто будет в надлежащем времени ставить от принадлежности руководства эксплуатации пистолета Гранпау, тарифный материал отдела, бирже патронный пистолет Гранпау, хранящийся в камере в камере, передание решения вопроса об уничтожении или реализации, либо использование в надлежащем порядке при наличии основания в территориальной органе Федеральной службы госнациональной гвардии. Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд путем подачи жалобы через Назаровский суд в течение 10 дней со дня его оглашения. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении дела судом в инстанции, станция об этом указывает цель его жалобы и возражения к жалобе. Приговор подписан председательствующим судьей. Авдонин, вам понятен приговор суда? Понятен. Значит, срок обжалования на осуждение будет отменено и будет назначено наказание генерального лишения свободы. Это все понятно? Понятно. Потом будет получается выписка судебного